Я подполковник милиции Смолеров Денис Игоревич. Будучи в рядах Министерства внутренних дел, я нахожусь под присягой и не могу комментировать отдаваемые приказы и действия вышестоящих руководителей. Но будучи гражданином Украины, я имею свою гражданскую позицию и виды на политическую ситуацию в стране. Я уверен, что сегодня каждый сотрудник милиции ежедневно задает себе вопрос, на чьей он стороне. Свое несогласие, отдаваемое мне выше приказом, я выразил единственным законным способом. Подал рапорт на увольнение из органов внутренних дел.